Рекомендую покупать игры только на steampay.com. Самые лучшие игры по самым лучшим ценам. Ссылка будет в описании. Поэтому в этом видео мы посмотрим, что же мощнее, PS4 или видюха за 3000 рублей. И, ребят, если у вас есть знакомый консольщик, то скиньте ему этот видос с сообщением «Консоли соснули». И я обещаю, что у него бомбанет пукан. Бомбанет? Но не у него, а у тебя. Готовь сраку, петушара! Сразу обращаюсь к фанатам Антона. Ребята, я клянусь, в этом видео я не хочу вас оскорбить. Вы лучшая аудитория, которая может быть на Ютубе. Вы адекватные, вы умные, у вас высокое чувство вкуса. И все это время я завидовал Антону. Мои подписчики по сравнению с его настоящий мусор. Весь хейт в его сторону был из-за того, что меня пожирала зависть. Я завидовал, что у него аудитория лучше, чем у меня. Шучу, у него ублюдская аудитория. Вы тупые маленькие цыплята, и сегодня я врываюсь в ваш курятник, но не чтобы трахнуть петуха, а чтобы сжечь его нахуй. Хочет хайп, хитрый Лёша, срать Антоху может только. Не, мне хайп не нужен. Я хочу лишь добиться двух целей. Первое, поставить пиздобола на место, и второе, разорвать маленькие цыплячьи жопки. Твоя маленькая куриная попка будет полыхать синим пламенем. Но максимум, что ты можешь мне сделать, это лишь поставить дизлайк и написать убогий комментарий с кучей ошибок и без знаков препинания. Это твой максимум. Не, PS4 или видюха за 3000 рублей. 3000 рублей. Я не пожалел денег и купил эту самую чудо-видюху. Только стоит она не 3000 рублей, а 7. В нормальном состоянии средняя стоимость этой видеокарты от 6 до 7 тысяч рублей. В среднем цена этой видюхи $100. Не 45 обещанных тобою. Ты уже наебал маленьких цыплят, сказав, что она стоит 3 тысячи, когда она стоит 7. Ты запиздился не только в этом видео, но и в предыдущих. Смотрите, всего лишь за 30 тысяч вы можете купить связку из i5-64-2.0. Заходим на Яндекс.Маркет, средняя цена 4900 гривен. Умножаем 4900 на 2,7 и получаем 13 230 рублей, а не 10900, сука! И к этому i5 можно докупить видюху от Nvidia, допустим, GTX 960. Средняя цена 5916 гривен. 5916 умножаем на 2,7 и мы получаем 16 тысяч рублей вместо обещанных 10. Это сверхразум берет цену с немецкого сайта из Европы и просто переводит ее в рубли. Окей, сейчас мы тебя сольем по-другому. Цена средняя этой видюхи $80. Цена абсолютно новой плойки, запечатанной, плюс две игры в комплекте, $350. 80 баксов минус 350, получаем 270. У тебя есть ровно $270, чтобы эта видюха обросла комплектующими. Одной видюхи для запуска игр не хватает. Тебе за 270 баксов надо найти процессор, корпус, кулера, оперативка, блок питания, материнская плата и... ты не вложишься в $270, пиздобол. Начнем наши тесты со Звездных войн. И никого не пугает тот факт, что вот эту довольно старую видюху он засунул в топовый компьютер, где для этой видюхи идеальные условия и ничто не служит ему узким горлышком. Тесты этой видюхи будут чуть позже, но и мне ее пришлось засунуть довольно в хороший компьютер. Она работала в связке с i7-4770, с 16 гигами оперативки, она просто не могла облажаться при таких параметрах. В реальности при бюджетной сборке этой видюхи не светит такая связка. Это видюха GTX 570. Купил я ее по цене всего лишь в 3000, поэтому в этом видео мы посмотрим, что же мощнее, PS4 или видюха за 3000 рублей. Спойлер, он обосрался. Assassin's Creed Unity. На PS4 идет в 900p, 30 fps. Выставляю эти же характеристики 900p, высокие настройки и получаем стабильные 17 fps. Шучу, нестабильные, иногда проседает до 7. Rise of the Tomb Raider. На Xbox'е при всей его убогости идет она великолепно, в идеальных 30 FPS, Full HD и на высочайших настройках, без малейших проседов. Выставляю здесь такие же самые настройки. Для убедительности вот пруф, что я тещу именно с этой видюхи. В итоге мы получаем весьма
одинаковый результат, который отличается от консольного. Антоха, ну ты же обещал, что видюха даст народ PlayStation. Ну почему этого не происходит? Я что, зря украл у мамы 7000? Если к Ассасину Юнити могли доебаться насчет оптимизации, ку-ку-ку, он плохо просто сделан на пекарню. Нет, на пеке любые игры сделаны хуй, и это я сейчас докажу. Синдикат на плойке идет в идеальных 30 FPS Full HD на высоких настройках. Игра охуенно оптимизирована. Выставляю высокие настройки 1080p и получаем, ну просто охуенный результат. Антоха, респектую тебе. О боже, опять игра Ubisoft, все с тобой понятно. А что, игры от Ubisoft это не игры или что? Антоха кукарекал про отсутствие оптимизации, про то, как видюха 6-летней давности дрючит PlayStation. Ну так давайте выясним, дрючит ли видюха 6-летней давности PlayStation. Я бы сказал, не просто дрючит, а ебет. Прошу прощения за такие выражения. Ну, смотрите, это не просто ебет, это изнасилование самое настоящее. Начнем наши тесты со Звездных войн. На PS4 они запускаются в 900p плюс 60f. Чё ж ты своим цыплятам про онлайн на пекарне в Батлфронте не сказал-то, а? Я не стал тестировать Звездные войны, пускай там будет такой же результат, как он и показал. Это не важно, важно то, какой онлайн в сетевом шутере. Когда он настолько позорный, как на PC, мне плевать, сколько в этой игре будет FPS, сколько в этой игре будет разрешения, она неиграбельна. То же самое касается и BF4. Такая же ситуация абсолютно со всеми шутерами. И все это повторится с релизом BF1. Онлайн на ПК настолько же ничтожен, как и логика нашего автора. То есть консоль за 350 баксов смогла нагнуть почти топовый ПК, и, как мне кажется, именно это и называется оптимизацией. Все эти сказки о потенциале консоли — это полный бред. Да, я понимаю, что консоли стоят не так много, и в них стоит слабое железо, но суть в том, что никакой оптимизации толком не существует. Оптимизация то приходит, то уходит, то она есть, то ее нет. Объясни, какой стадии шизофрении у тебя? Мне очень интересно это узнать. У меня всегда дико, блядь, бомбил пукан, когда какой-нибудь тупой хуйсос мне пытался доказать, что MacBook со слабым железом, а то оно, кстати, реально слабое, будет даже быстрее, чем ПК на Windows с мощным железом и так далее. И они готовы переплачивать большие деньги, как вы думаете, за что? За яблочко. И сейчас я активно пересаживаюсь на связку MacBook плюс PlayStation 4. Почему же я решил забить большой болт на ПК гейминг и перейти на консоли? Ну потому что, как оказалось, чем мощнее твой ПК, чем дороже твой ПК, чем больше там стоит видюх, тем больше у тебя будет мозгоебства. Видимо, все-таки консольщики соснули. У меня два варианта. Либо он реально больной, и я над ним сейчас издеваюсь, либо он просто жуткий тролль. Третьего не дано. На этом все. Наслаждаюсь дизлайками. Я буду ими обмазываться. О, да.